1 марта – День благодарности. У каждого человека в жизни есть люди, которым ты безмерно благодарен, которые в твоей жизни играют очень важную роль и либо играли. В моей жизни также есть такие люди, я не исключение. И, наверное, первый человек, которому я хочу сказать огромное спасибо – это моя мама. Вот уже 15 лет ее нет в живых, но я каждый день говорю ей спасибо. Каждый день я ее вспоминаю за то, что в первую очередь, конечно же, она дала мне жизнь. Во-вторых, за то, что она дала мне путевку в жизнь. За то, что правильно меня воспитала. За то, что дала мне возможность поступить на изучение государственного языка. За то, что настояла в свое время на том, чтобы я пошла на казахскую филологию. Для меня сейчас это очень важно. Обращаюсь сейчас, наверное, к родителям, к молодежи. Как бы ни говорили, что ребенку нужно давать право выбора для того, чтобы определиться, но лично по себе знаю сама, что родители всегда советуют самое лучшее своему ребенку, поэтому к совету родителей однозначно нужно прислушаться. Мы в какой-то момент этого не понимаем, с возрастом начинаем понимать и благодарить наших родителей. Я безмерно благодарна своему папе за то, что он дал мне жизнь, за то, что он всегда со мной, за то, что я в любой момент могу обратиться к нему и почувствовать себя маленькой девочкой в этот момент. Пока родители наши живы, мы маленькие. Мы чувствуем себя детьми. Помимо этого, конечно, у меня есть в жизни люди, которым я безмерно благодарна. Это мои учителя. Я могу назвать поименно людей, которые сыграли в моем становлении важную роль. В моей жизни оставили свой неизгладимый приятный след. Это моя первая учительница по казахскому языку, Женя Самарбековна Балгабекова. Я не устаю благодарить ее за любовь к государственному языку, к казахскому языку, который она мне привила. Я безмерно благодарна первому директору лицея, школы, в который я пришла, простым, обычным учителем, который в меня поверил, который сказал сам себе, что да, действительно, у этой девочки большое будущее. Это Серик Халибулович Давленов. Я часто вспоминаю его и безмерно ему благодарна. Есть человек, которому я также благодарна за веру в меня. Это один из директоров телевидения «Казахстан Кокшетау» Жалгазбек Маратулы. Это человек, который в моей жизни также сыграл очень важную роль, когда пригласил меня на телевидение и сказал: «Ты сможешь, попробуй, ты могла бы быть неплохой телеведущей, редактором». И действительно, у меня получилось. Я безмерно благодарна этому человеку. И дабы не обижать других людей, которые в моей жизни действительно сыграли важную роль, я скажу, что их очень много, их немало, и сложно сейчас вспомнить, но я благодарна судьбе за этих людей. Я благодарна своим друзьям за то, что они делают меня такой, какая я есть. Я благодарна своим родным, я благодарна детям за 19 лет работы в сфере образования, которые дарили мне сказку, которые дарили мне эмоции, и у которых училась я, обучая их. И, конечно же, я хочу сказать, что я благодарна своему сыну. Я безмерно благодарна за то, что имею возможность, имею великое счастье быть мамой. Для каждого родителя ребенок – это его продолжение. Как поется в одной песне, наши дети будут лучше, чем мы. Поэтому я прошу Всевышнего, чтобы мой сын был еще лучше, чем я, и был счастлив. Поэтому сегодня, в день благодарности и в день образования Ассамблеи народа Казахстана, я хочу сказать спасибо казахскому народу. Я хочу сказать спасибо моей родной земле, которая для нас святая святых. Я благодарна казахскому народу за то, что он проявил свое гостеприимство, проявил и проявляет свою толерантность к представителям различных этносов, проживающих на нашей территории, на территории Казахстана. Мы уникальное государство, и мы доказываем это в самые сложные периоды нашей истории.